меня нужно, чтобы все за мной шли? Я не все. Я не собираюсь решать за вас, жить вам или умирать. Это ваш выбор. И у вас достаточно мужества, чтобы сделать его самостоятельно. Имели мужество приговорить себя к смерти? Имейте мужество жить. Я не знаю, как мне жить. Я не знаю, мне будет трудно жить после всего, что сегодня произошло. Большинство людей справляются с этим. Они живут без надежды? Ну, живут. Жить без надежды, это значит жить без отчаяния. Это просто пустые слова. А вы вдумайтесь в их смысл. Послушайте, смотреть на себя такими глазами, какими тебя видит мир, ну, наверное, смело, но и глупо. Глупо считать себя слабовольной неврастеничкой, которая думает о смерти. Да и кто может судить вас? Для того, чтобы судить человека, надо пережить то, что он пережил. А кто может сказать, что у вас на душе? Сколько сил, сколько воли вам потребовалось, чтобы выжить? Послушайте, ваш Фредди покинул вас. Он никогда не вернется. Примите это и вы сумеете вырваться из замкнутого круга. А что там? А там жизнь. Ну? Ну разве умереть лучше, чем жить? Вы спрашивали, как это было у меня. Теперь я могу вам сказать. Я хотел избавиться от того, что меня мучит. Вы заслуживаете оправдания, леди Коллер. Она хотела жить правильно. Но у нее не получилось. Так говорят обвиняемые в свою защиту. Если они искренне, они могут рассчитывать на снисхождение и могут избежать наказания, если судья справедлив. Они предвзят, как вы к себе. А вы смогли найти какую-то цель в жизни? Единственная цель жизни – это жить. Просто жить. А работа в больнице помогает реализовать эту цель. Может быть, и вы найдете какое-нибудь подспорье для себя, вот, ваши картины. Ну, не это, так что-нибудь другое. Хотя это нечестно с вашей стороны. Вот я не знаток, но я же вижу, что у вас есть талант. Божья...